У нас завтра все закрывается на карантин, поэтому сегодня решили сходить в парк, пока он не закрылся. Сегодня еще погода замечательная, 15 градусов. Но у меня с собой зонт. Я хотела его использовать в фотографии, но как бы сегодня погодка сказала, что нет. Нет, сегодня будет ясное небо, никакой тебе фотографии. Паша, ты меня напугал, где белки? Белки! Белки, белки, белки. Давай, давай ко мне. О, о, красотка. Нет, белочка. Она все поняла про тебя сразу. Кстати, ничего нет. Телефоне, смотри, какой закат. Когда я подняла, он был вообще розовый-розовый. На камере какой закат красивый. Когда поднимаешь зеленые травы, сразу появляется такой цвет, как на самом деле в жизни выглядит. Видел? Все розовое было. У нас красивого заката уже очень-очень давно не было, потому что у нас было все время пасмурно. А сегодня вот такая красота, которую не видно на эту камеру. Сейчас я переверну. Еще уточки плавают. Такая картинка красивая получается. С каждой секунды закат только шикарный. Супермаркет Тайм. Взяли горох. Первый раз в жизни вот такой в... Микрозелень называется, да. Спасибо большое за помощь, зала. Сегодня вообще Хэллоуин, и мы подумали что-нибудь с тыквой сделать сегодня на ужин. Может быть, супчик. Здесь есть тыково-серая крошка. Паша, это крошка. Хочешь крошку? Это серенькая крошка. Серая крошка. Надеюсь, что Паша не специально взял бананы прийти Лиза. Потому что я одна здесь самая миленькая Лиза. Ну что у нас сегодня? Вот кто готовит ужин. Повар Павел. Какая тут красота. Какие-нибудь комментарии. Я чуть было не пропустила этот красивый натюрморт. Хорошо, что Паша мне скинул фотографию в соседнюю комнату. Я надеялась, что Паша сам сделает салат. Нет, он просто все помыл, чтобы я порезала салат. Это какая-то обманочка. Мы сейчас как раз в новую салатницу положим салатик. Эти проростки просто какое-то чудо. Они пахнут как горох. Если вы не пробовали, я вам советую. Они, правда, вкусные, только в рестике их ела. У нас сегодня даже симпатичный стол. Мне некогда себя приводить в порядок, потому что мне приспичило прямо сейчас сделать кое-что очень интересное. И то, что я уже давно не делала. Во время переезда у меня сильно обломались ногти. До этого я постоянно делала гель-лак, и они прям под корень обломались, и мне пришлось в салоне снять гель и под корень обрезать ногти. И когда у меня короткие ногти, я просто не могу, я очень сильно хочу их накрасить. Поэтому я сегодня зашла в магазин и купила себе вот это. Не знаю, почему именно такие цвета, не знаю, чем я руководствовалась, но сегодня будем делать маникюр. Я думаю, что начнем вот с этого. Я даже, честно говоря, не знаю, что это за лаки. Я уже 100 лет ничего не покупала. И взяла первый попавшийся в магазине, который около дома.
Я заказала себе костюм из лайм и примерила его. Он просто шикарно сидит. Во-первых, я, конечно же, его из-за цвета выбрала. У меня есть синий тренч, и скоро придется его положить до весны и уже в нем не ходить. Поэтому мне захотелось чего-то добавить синенького, что я могу носить и зимой. Брюки сели идеально по талии. В последнее время стали делать брюки, которые мне подходят. Так, вот как они сидят. И это размер XXS. В лайм наконец-то стали делать размеры меньше, чем XS, и они садятся классно. А сам жакет я выбрала в размере S. Все, как я люблю, однобортный жакет и широкие брюки. И, кстати, такой же костюм там был в других цветах, зеленым, который сейчас супер модный, малиновым. Тоже классный цвет, но я решила, что зеленый скоро уже отойдет немножко. Малиновый не хочу, а вот синий то, что нужно. Кстати, ногти получились вот так. На контрасте с костюмом у меня, кстати, есть еще и... Ну, можно было еще, конечно, этим накрасить, я же купила два. Тогда бы прям идеально к костюму подошло. И еще что хотела вам рассказать. Я же все-таки создала платформу закрытую, где буду делиться всеми своими... находками онлайн, как, например, вот этим костюмом. Я решила создать закрытое сообщество о стиле. Можно называть это шопинг месяц, шопинг с Лизкой, шопинг с Руткевич, как вам угодно, я особо название ему не придумала. Вчера уже анонсировала в Инстаграм, и вот сегодня рассказываю вам. На платформе, в общем, буду делать все то, что давно уже очень хотела, но идеальной платформы для этого не было. И то, чего я не показываю на YouTube, и то, чего не показываю в Instagram, потому как это просто неудобно делать на этих платформах. Потому что пока я монтирую YouTube, обычно все ссылки становятся не особо актуальными, а хочется делиться здесь и сейчас информацией, которой можно воспользоваться прямо сейчас. В Инстаграме я больше делюсь своим собственным стилем, показываю свои вещи, отмечаю их, а поэтому как-то не хочется все это перемешивать между собой. На платформе я собираюсь рассказывать и про базовый гардероб, про гардероб с нуля на зиму. Я буду писать целый список из пунктов вот этого базового гардероба и каждый пункт расписывать по ссылкам. То есть, например, первое — жакет. Я ищу в разных магазинах этот идеальный базовый жакет, причем они будут на разный ценовой сегмент, то есть и middle market, и что-то в масс-маркете, то есть будет целый огромный список, и можно выбирать все, что угодно, что вам больше нравится. Также я собираюсь там делиться своими ежедневными находками. Прям заходить в магазин, смотрю, ага, классные вещи, надо показать это девчонкам. Вдруг кому-то что-то понравится, или кто-то давно искал себе. Естественно, все с ссылками. Также я буду делиться своим вдохновением, картинками, референсами, которые вдохновляют меня на тот или иной сезон. Похоже, что я вообще не буду вылезать из телефона и ноутбука, потому что работа, которую я себе там придумывала, будет очень много. И это еще не весь список того, что я буду делать. Мы уже создали сайт, на котором расписано полностью по пунктам, что будет входить в этот проект. Весь проект будет длиться ровно один месяц. Он начнется 9 ноября, закончится 10 декабря. Он не закроется сразу. Я оставлю всю эту информацию, например, до Нового года. Ей можно будет пользоваться, копировать, сохранять, и потом, наверное, закроется. Поэтому ничего не сгорит ровно 10 декабря. До старта проекта на подписку будет действовать скидка, то есть до завтрашнего дня 12:00. После старта зайти можно будет еще только 2 дня, и после этого вход будет полностью закрыт, и мы будем там работать. Мне очень сильно хотелось сделать это в онлайн формате, чтобы информация оставалась актуальной на момент того, когда я это пощу. Поэтому весь проект будет на платформе Telegram. Это идеальная платформа для такого проекта. Другой, к сожалению, пока что не придумали. Я знаю, что существует очень много шопинг-листов, которые блогеры продают за более 1000 рублей, и они составлены на тот момент, когда блогер их составлял, и вот они теряют свою актуальность буквально через неделю. Здесь же все будет в онлайн-формате. Мне кажется, это самое удобное. Поэтому да, всем, кому мой стиль близок, я говорю добро пожаловать. Если вам интересно, я оставляю ссылку внизу на полное описание проекта и на возможность подписаться. Я думаю, что время будет проведено с пользой, прикольно. Подготовимся к зиме,
и подготовим гардероб к зиме. Хотела уточнить, что при этом на YouTube и в Instagram будет абсолютно тот же самый контент, который там присутствует, и он с этим проектом абсолютно никак не соприкасается, может быть, только в 5%. Сегодня мы поедем снимать, поэтому я беру вас на съемку. Я сделала себе прическу зализанную, потому что туда, куда мы поедем, скорее всего, будет ветер. Чтобы ничего не разлеталось. Я потеряла все свои кафы. У меня остался всего лишь один, все, которые у меня были. Поэтому я по ним скучаю, уже заказала себе новые. И такой же, как у меня даже был. Обычно я такую прическу, кстати, делаю по-другому. Я закручиваю так полностью. А сегодня решила оставить хвост. Не знаю, как там сзади выглядит. Надеюсь, что прилично. У нас готова еще одна сумка в трех цветах. Наш шопер, который я люблю. Вот, и поэтому мы сегодня его на съемку как раз берем. И там мы его снимем для сайта. Мы все ездим с коробкой, потому что после переезда она до сих пор стоит. Там уже собрала кофр с вещами для того, чтобы поснимать. Я, конечно, собралась сниматься в жакете. Я надеюсь, что я не сильно замерзну. Почему-то мне все гениальные идеи по съемкам гениальные пришли именно уже, когда стало холодно. А лето все прошло просто без съемок. Наверное, потому что мы купили себе технику для того, чтобы все это снимать. Вот. Поэтому до этого не появлялась такая мысль интересная. Ничего, ничего. Будем снимать, когда будет холодно. Когда я именно в кадре стою, мне не так холодно, я обо всем забываю сразу. Слезы текут, но и я в строю. Этой BMW только фильмы или сериалы снимать. Здесь перед заливом еще есть сосновый лес. Мы здесь уже не первый раз. Я думаю, даже во влоге мы здесь уже не первый раз. Здесь, конечно, невероятно красиво. Еще даже птички поют. Да, и запах здесь шикарный. Мы здесь уже отсняли одну сумку, но здесь так красиво, что я, наверное, бы смогла бы и все здесь снять. Но впереди у нас еще залив. Там тоже хочется что-нибудь поснимать. Да и вообще посмотреть. Впереди у нас хот-доги на заправке. Паша уже ждет еду и хот-доги на заправке. Здесь можно сумерки снимать. Надо им идейку подкинуть, вдруг они еще один сезончик хотят отснять, еще одну серию. Локацию мы нашли, да, сумерком. Пляж! Какой закат! Ребята на пикничок приехали с музычкой. Какой здесь красивый свет! И розовый закат. Такую бусю хочу. Здесь было очень красивое место с лесенками и с мостиком. И похоже, все это дело разбирают. Потому что здесь все в досках. Ну какая прогулка в солнечном без хот-догов на заправке и чая.